Первая доза бесплатная, ребята. Первая доза бесплатная. Выбрал. Выбрал. Спасибо. Спасибо, друг, за совет. Так. Ну, пока ничего так вроде бы. Вот это так себе. И вот это так себе. Месяца понабрали. Ну, пока так средненько. Флеймстрайков что-то маловато. Дракона пришлось отпустить, что, конечно же, неприятно. Чагу-чагу отпустили. Дракона. Так, что у нас по трешкам? По трешкам у нас какой-то звездец, однако. Однако звездец по трешкам. Ящик арбузов. По четырешкам у нас все круто, а по трешкам и двушкам жопа. Нужно немножко early game и немножко флеймстрайков. Чуть-чуть так. Флеймстрайк надо? Чуть-чуть. Блин, у нас сегодня Blizzard. Ребята, как нам побеждать-то в таких условиях? Early game нет, флеймстрайков нет. Мы отпустим стол и просрем. Даже взял пушку над чуваком божественным. Так, раздвоение. Скричков у нас нет, раздвоение это так себе. Да, раздвоение нам не покатит. Может быть 4-2 взять, карты набирать. А то у нас для карты катили интеллект чародея. Возьму-ка, ладно. О, робот, но все равно флеймстрайков мало. И секретов у нас одна штука, да? Но все равно берем тебя. Ну так себе, конечно, маг. Думаю, побед 7, может, затащим. Давай посмотрим, чья колода окажется лучше. То есть, если мы проиграем, получается, колода оказалась хуже наша. Просто не повезло. Не надо Fallen from Moon мне дожидаться. Мне надо выигрывать. Ты-то, небось, скиллярь. Так волнуюсь, ребята, так волнуюсь. А что на этой вашей арене делать? Моя магия сокрушит тебя. Алекс, проходи, у меня, видишь, флеймстрайков нет. Проходи, проходи. Флеймстрайков нет, Алекс, как нам побеждать? Тащи, ну я попытаюсь. Здравствуй. Сейчас мелочи на плагин поставим, 4-2, наберем карт. Какой ты молодец. Не записал 60 рублей, да все записал, слушай. Джилио записал, Трис я записал. А, нет, что-то не записалось. На самом деле, вот эта софтина, которая записывает, она через раз вылетает вместо записи. Поставить китайский язык? Нет, не поставлю. Луканка, не слушай их, они тебе сейчас про меня там гадости наговорят, но это все ложь. Я тут тащу Акицарь. Блять, у нее секретчик есть, ну прекрасно. Ну прекрасно. Эй, всем покажу. Показатель 3000. Даймон, я тоже думаю, просто какой-то рукожоп писал.
И хила у нас в деке нет. У нас в деке нет ни хила. Ни хила нет в нашей деке. Из чего вообще наша дека собрана? Какого хлена? Ноль фейс, вот такой, ноль фейс. Дека говно. Эрлигейма нет, фейс нет, хила нет, легендарок нет. Сплошная непруха, бустеры все по 40 голды с тревога ботами. Катастрофа. Боже, Маша начал стримить Харстон. Серьезно, что ли, нет? Или это на Counter-Strike стримит? Я в это не верю. Какие-то пососики. Нет, Counter-Strike. Богомерзкий Counter-Strike. Пойдемте поздороваемся с Машей, хоть она мерзкий Counter-Striker. Начали арену 0-1. Так, ну что, если там Mirror Entity, у меня шансов никаких, да? Потому что меня просто убьет, чтобы я не поставил. Поэтому просто надеюсь, что там не Mirror Entity, и мы проиграли. 0-1, нормально. Говорят, на Азии там все такие нубы, там вообще какие-то дебилы. Не то, что у нас на Европе, мы тут на Европе все такие... Я тут сосу на Европе, потому что на Европе все очень сильные. А на Азии там все дебилы. Если бы я играл на Азии, я бы уже был легендой номер 0. Снова Джайна, ебать! Тут, блядь, кроме Джайны есть что-нибудь вообще? Каждый пидор на Джайне. Четверок у нас полдеки, эти можно мулиганить. Нам бы двойку какую-нибудь. Двойку, говорю, блядь, какую-нибудь нам бы! Хуёйку. На абордаж. На бабордаж. Это я и боялся, он сейчас мне на 16 впилит. Останется 13. 13, блять, останется Карл. Карл, 13 останется! Дракона может фаербольнуть или овцануть, а крестоносца не может. Ну, фаербольнуть точнее может. Ну чего, Алекс? Я сейчас 0-2 сыграю. Не отвлекай меня, пожалуйста. Еще раз, чтобы еще больше ходил. Молодец. Сейчас ему еще и проиграю. Еще на 8 сходит, останется 13 хп. Да, ему сейчас еще и насосут. Это будет пиздец, конечно. Ну, надо же.
Надо же, действительно, какой сюрприз. Где же наши спылы затриманы? А нет у нас спылов затриманы. У нас все за 4, Алекс. И сейчас мы проиграем, представляешь? Ты представляешь? Пусть боль говорит за меня. Пусть боль говорит за тебя. Да пусть говорит боль. Котяка пришла меня утешать. Твоя магия тебя не спасет. Твоя мамка тебя не спасет, понял? Котяка, вскрывай бустер, там 3 бога-бот. Играй арену, там 0-3. Что делать? Куплю велосипед, поеду по Китае. На велосипеде. По Китае. По Китаю я поеду. Я не готов. Так. Ну что, мы ящиков Аргуса подарим, да? Ящик Аргуса. О, это не ящик арбузов. Интересно. Вероятно, там... Ну, вы знаете, что там вапарайс, вероятно. Слабо гармор. Слушай, а этого мужика на самом деле надо замудохнуть, потому что... С ним Flame Strike на 5, а Flame Strike на 5 меня никак не устраивает. Придется вот так вот. Хоть ить останется. До фаербола, что ли? Пизда, блять, нахуй. Кримсен. Привет, Кримсен. Да ты что? Что ты говоришь? Еще один проигрыш и все. Алекс, ты видала? Еще один проигрыш и все. Выкину тебя нахер с окна. Пидорас на пидорасе, блять, и пидорасом погоняет. Я проиграл пидорасу, который, блять, два раза себе в этого пинганул. Чувака 3-3. Сука, блять, сейчас посмотрим, у кого колода лучше. Не обязательно играть все матчи на арене в один день. Еще один проигрыш, и все. Растяни побольше. Ёбаная хуйня. Не стоило напрашиваться. Как у меня горит очаг.
понравится мой новый рецепт. Примкни к нам или умри. Интересно. Все правильно, каждый игрок, который первый день приходит в игру, проводит свою первую арену. Я свою первую арену сыграл хорошо. Я не помню счет, но я сыграл ее хорошо. Свою первую арену. Поэтому нет, не все правильно, все неправильно. Все очень плохо! Зрительница. Спасибо тебе, зрительница. Интересно. Блять, я проиграл чуваку, который в два раза ворги на себе шмальнул. Что-то Хант нормально заиграл внезапно. Да не, Хант что-то нормально заиграл. Позвал на подмогу, наверное. Да ты что, шутишь, что ли? Да ты, наверное, шутишь, друг. Интересно. Я с деньгами! Ко мне! Как поживаешь? Нормально поживаю. Там не сдохну.
Имен, ты хочешь, чтобы Хан победил, потому что ты бездушная скотина. Бездушная скотина, так и знай. Безграничная немощь. Верите в меня? Не, ну эту партию-то я выиграл, ну, скорее всего. Вряд ли тут что-то пойдет не так, но это не отменяет того, что уже счет 0-2. В любой момент можем соснуть. Я уже уверен меньше. Какой-то ебанутый хант. Нормальный хант 0-2, да? Кто хотел увидеть? Да никто твою Вуду не хотел увидеть. Сиди там со своим Вуду тихонько. Ощения плохо играешь, гном, я ощения плохо. Сука. Никто не пройдет. Рома, запили донат, гол, взять легенду на всех третьих серверах за один сезон. Крышечка, крышечка, тильда, 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 это первый взнос. Тильда, тильда, тильда. Там еще легендарки, увидели? Там еще легендарки. Тильда, тильда, тильда. Что там, какой сабгон сделать? Что сделать сейчас, почитаю, погодите. Тильда, тильда, тильда. Там еще легендарка не было. Два чувака и легендарка. Два чувака, 4-2. Запилит донат гол, взять легенду на всех трех серверах за один сезон. Это очень скучно будет карать, жутко скучно. И какая-то куча денег понадобится, чтобы этим занялся. Спасибо. Это первый взнос. Это как, не знаю, салфетка от яхты. В смысле, маленькая такая салфеточка от столика. Надо собрать на всю яхту. Да ты что? Ханту не проиграли 0-3. Вот это было бы, конечно, эпично. Епично. Бомбит аж 8 бит на Яндах кто-то прислал. Да, действительно. Каждая новая победа увеличивает итоговую награду. Давно хотел подписаться. Удачки на Азии. Спасибо, Кримсен. Как видишь, удачка мне не помешает. Что ж ты раньше-то не прислал мне на удачку 100 рублей? Мы бы и бустера вскрыли с легендарками, и арену бы нормальную. Кримсен виноват. Не я виноват, Кримсен. Что-то я глянул, что у меня 10 голды, мне аж поплохело. Ладно, я сейчас уберу надписи с галочками, действительно, что-то тупые. Тупые. Код 12.2, ДД-ка говно для 12.2, если честно. Даже не знаю, как здесь муриганится. Вот это фиговая карта, потому что нет бафов никаких. Но у меня очень мало early game. Придется его ставить просто так. Просто за 3 маны, 3-3 без обилок. Ну заебись. Ну заебись. Ну все, 1-3 сыграли. Почему у меня каждый раз первый, второй ход? Прекрасно, прекрасно. Победа близка, друзья. Твоя магия тебя не спасет.
сука, ты меня чуть не выбесил. Ошибиться было нетрудно. Да уж. Да уж. Ошибиться было нетрудно. Ну чё? Будем, да? Ошибиться было нетрудно. Да, тангуем. Ну, по картам он снизу, но темп на его стороне. Шестой ход у меня, только пятый ход, и он первым на стол выставляется. Блин, пиздец, а не дека, однако. Дека, однако. На шестой ход баллисту поставил. Но если он так будет ходить, то мы, пожалуй, выиграем. Только что он продолжил так ходить. О, на тебя специально обученный друг баллисты. Как раз баллисти и друг. Боже, какая же у меня медленная дека, какая же она неуклюжая. Мне нет флейм страйков. Просрал early game, не зачистил стол, все, пока. 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 Что он делает? Больной, что ли? Ты что, совсем? Ну хер с тобой. Так, что там за деньжище, сейчас разгляди внимательно. Удачи на арене, золотого бума из бустерка. Спасибо, спасибо за золотого бума. Бомбит аж 8 бит. Бомбит, побомбит, побомбит, побомбит. Телега, а не катапульта? Ну, телега, да, неплохо. И шо гнев? Слышь ты? Тан-тан-тан. За короля хрыча. Пингую своих существ 24 на 7 и выигрываю в нума, скиллов мне победить. Спасибо тебе, Кенни, за добрые слова. Так, ну ладно, здесь-то мы победим. Мне так кажется, если, конечно, там смертокрыла не изобразят. Трепещи перед мощью Штормграда! Опасный мужик. Так, ну ладно, прежде чем размениваться, мы навалим со своей братвой. Мы, конечно, разменяемся, вопросов нет. Но вначале, братан. Меня наполняет Зина! Зина! Прощайте, мистер дракон. Термоштепсель упадает. Знаешь, не самая худшая карта. Не самая худшая легендарка. Вот овца пришла. Немножко опоздала, но мы так победим. Наверное. Так, отлично. Целых две победы. Каждая новая победа увеличит итоговую награду, ребята. Нам нужна итоговая награда очень большая. Квесты поперли. Слушайте, а почему вы мне говорите, что выгоднее вскрывать старые бустера, если выгоднее новые? Хотя это, наверное, зависит от класса. Черт его знает. Зависит от класса, наверное. Давайте вспомним еще раз план. Значит, сейчас играем бесплатную арену. Игру мы сыграли. Базовые карты — это всех до 10 левел докачать, это долго. Это сегодня уже точно не успею. Это, ну, 100 голды нам дадут. Это немного изменит. Распыли 95 пыли. Это ничего не изменит. С айфон изведу один бустер. Потасовку сыграю. И, собственно, уже пора будет приступать.
Эй, гном, а знал ли ты, что по-болгарски импортные шторы будут пердить в нос? Нет, я не знал, но прикольно. Спасибо за эту важную информацию. Импортные шторы. Привет, Алекс. Слушай, ты приходишь так все время, когда вот я мулиганюсь? Как будто специально. Спасибо, Ноди. Новый, знаете, почему лучше? Потому что там Доктор Бум есть, а в старых бустерах Доктора Бума нет. Вот чем определяется крутизна бустеров. Так, а ну-ка ишь от моей ши... А, все, на шоколадке нет, можешь есть. Что же... Чувствую, сабгол затянется, нам придется, чтобы компенсировать... Вот неудачные бустера и неудачную арену нам придется играть на несколько дней больше, чтобы за счет дейликов и бустеров это тоже поперевскрывать. То есть не за неделю, наверное, будем играть, а до конца сезона. Для вара на патронах нужно 700 золота? Да ладно, серьезно что ли? Кажется, ты врешь. Так, портал призыва открыт. Что-то ссыкотно на самом деле. Бар-клуб, девицы, дискотека, рулетка, покер, фишки в глаз, такси, квартира, унитаж, жена, постель, подушка, сон, рассвет, рассол, таблетка, стон, виск, дети, мусор, пылесос, обед, жена, тарелки, пес, звонок, дверь, теща, тесть, бутылка, застолье, скорая, носилки, спирт, вата, скальпель, огурец, морг, санитары, все пи, крышечка, 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 це. Классные стихи. Кстати, знаете, почему патрон вара трудно собрать? Потому что патрон варом очень сложно играть без топоров 4-2. Топор 4-2 это вообще ключевая карта у вара в любой деке. Ты хоть чем играй, топор 4-2 это карта номер один. Побеждает приз, надо думать, как играть пристом, каким пристом надо играть. Привет, прыгун. Смотри, сейчас он фэрбол, видимо, топ-декнул, да? Потому что он бы раньше его отдал, если бы он был. C-арена, да? C-арена. C-арена, друг. Не сильно у нас пятый ход. При огромном количестве пятерок пятый ход у нас получился весьма скромный. Паладином. Ну, паладином равенство консекрейшена, пискиперов, а дальше нужны какие-нибудь хардкорные легендарки, чтобы давить в лейтгейме. Разве что фейс паладина собирать. И тоже бывает. Украинский язык смешной. Слышите, еще крышечки не нравятся? Ёбота. Знаете, ёбота. Вы любите хантов, а я на них срал. Стране нужны гномы, стране нужен летал. Хорош. Вы любите розы, а я на них срал. Так, ну что-то он карты разбазаривает. Я думаю, мы здесь мы тоже победим. С учетом того, как он разбазаривает свои карты. То Йети на две карты разменялся, то робот сейчас на две карты разменяется. Енот Ета подписался. Спасибо за подписку, Енот Ета. 32 сообщения. Эх ты. 4-4. Ладно, не самая худшая карта. Конечно, не 5-6, но могло быть и хуже.
Так, вот тут, казалось бы, время флеймстрайка, да? Казалось бы. Нет, не через стрим, типа, это Donation Alerts. Новая штуковина. Казалось бы. О, да, дружок, да, дружок. Дружок, пирожок. За это спасибо, конечно. А с 4-2 я потом разменяюсь и возьму карту. Все под контролем. Я так понимаю, это типа кот так мурчит. Мурчащий кот. Дайте человеку ссылку на Google Бабу. Забавно, тетка мурчит, да. Опа, мистер кот, берем карту. Отлично, отлично. Всегда мечтал взять карту. Еще берем карту. И еще берем карту. У нас наконец-то секретчик пригодился. Так, у нас будет 8 маны. Идеально. Идеальное преступление. 10-я карта. И я сюда еще вернусь. Мне бы только выбрать пень. Да на тебе 7-6, ладно. Кто следующий? Контроль жреца Тайсон Элл. Там все одна лего. Ну потом, короче, все равно не сегодня я уже буду собирать деклист. Я успею подумать, какой дек играть. Посмотрю, что там есть. Видишь ли, вот эти деки, в которых всего одна лего, они, как правило, с Нексромасом. И сыграть такой же точно дека не получится. Так, отлично, уже 3 победы. Уже кое-что. Уже не 0-3. Зацените. По-моему, тетка сломалась. Ты сломал тетку. Нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее. Не-не-не-не, это слишком будет мучительно. Я это выключил. Нет, квартал я открывать не буду, потому что не хочу. Я тоже, кстати, вот увидел время ожидания и подумал, что показалось. Думаю, может, оно все время было, я не обращал внимания. То ли вернули, то ли оно только на Азии есть. Может, азиатские нетерпеливые, без времени вообще никак. Давай, монетку. Или Конов Колд возьми, ладно. Тоже не страшно. Главное мира рейнти, чтобы не брал, потому что у меня все карты тяжелые. Только животик отличная карта, кстати. Там еще... А, сектант же еще в присте. Бля, у нас будет приз без сектантов. Ну что за... Ладно, зомби, мы бы без зомби поиграли, но приз без сектантов это катастрофа, это невозможно. Это невозможно! Приз без сектантов... Да что за дерьмо, а, ребята, что у меня наголосовали? Давайте фейсхантом без секретчиков лучше. Хотя тоже, конечно, не сахар. О, монетку спер, молодец. Поздравляю тебя, друг, с монеткой. Поздравляю тебя с этим приобретением. Ценным весьма.
Получи себе огненную пушку и ходи. Не синичка я, не страус, не баклан. Я веселый, я смышленый пеликан. Я лапкой топ-топ-топ, я клювом щелк-щелк-щелк. Я в разных играх знаю толк. Спасибо, друг пеликан. Я боюсь ремоут с демона. Если сейчас монетки ставим стенку, то ремоут с демона, и мы окажемся в попке, потому что потратим монету. Вот фак, а? Вот фак. Вот фак. Сучка крашеная. Вот сучка крашеная. Еще и выстрелит. Падла, подловил. Да он еще и выстрелил куда надо. Что за пидор гнойный? То есть надо очень много карт из Некромаса. Я знаю, но я что, не я выбираю. Вы, козлы, выбираете. Что-то пристам значительно обгоняет. Значительно пристам. Так, теперь на монетку нельзя играть, да? По такой, по такому случаю. Удачи, сенсей. Спасибо. Спасибо, дорогой друг. Спасибо за пожелание удачи. Что это за драка из тазгингов? Я романтично пахняков база пом дори в банк зашарились, а плишечца так их я краса, гора лучка домашнюю причаялась, и сало нужно с баблю етольцем, и хлаб наставив за гуралым спину, якща жить темла еше, слухаю чице, чем уже ти, блять, не любишь украну. Чего? Блин, куда сейчас убьет? Верну бы, нам монету не так снимал. Лопать. Мне нужна тачка, суперкар, сучка, суперстар, кореш, суперман, тряпки, суперстайл, во мне так много амбиций, так много амбиций, так много амбиций, так много амбиций. Спасибо большое, хлопец, майбах. Я романтично пахну ковбаса и помидоры в банте, зашарилась, а в пляжце так тихо я краса, горилочка домашняя причаилась, и сало нижно звоблюе тельцем. И хлип наставив загорил у спину. Якщо ж ты млієшь, слухаючи це, чому ж ты, блядь, будешь край? Адок. Привяо, Ромен, добра у тебе. Собака, собака, крышечка, крышечка, хуй. Я готов. Спасибо, ребята. Угорщина какая-то, да. А как же они там живут? Где? В Венгрии? Нет. В Угорщине. Ой, неужто хулиного? Неужто хулиного? Не-н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 е. Ой, хулиного, ой, хулиного, хулиного, мы сейчас соснем. Ага, он похилиться хочет. Ого. Хуяся. Еще один чмырь с легендаркой. Еще один чмырь с легендаркой, друзья. Давай попробуем зергануть его. Немножко заркадничаем. Он ничего не может как бы ставить, потому что мы его... Птич, птич, птич. Да, практически хуреново. Ну, неприятно, конечно, чего тут говорить. Что тут говорить, очень неприятно, мне вот очень неприятно, что вот так вот нихуя себе, сказал я себе. Удачи в пути к пяти ранкеду, внучок. Спасибо, бабушка. Блин, на самом деле эта штука очень сильно мешает, потому что я-то планировал Blizzard давать. Ну ладно, я дам все равно Blizzard. Как поживаешь? Давай посмотрим. Нормально. Все, хорошего веши, дружок. По картам я сверху. У меня 5 карт в руке будет, у тебя 3 в руке, у меня 100, у тебя хрен. Тебя спасает только пачка легендарок. Кномов дед.
в недра в тундре выдры в гетра вперед ведра ядра кедру выдра с выдры в тундре гетры вытру выдры ядра кедра вытру гетры выдры морду ядра ведра внума в тундру улыбка улыбка. Дебрях, тундры, выдры. Я раньше наизусть знал. Выдры, гетрах, тырят, ведра, ядра, кедра, выдров, с выдры, тундров, гетры, вытру, ту, выдры, ядра, кедра, вытру, кетры. Нет, что-то я другой стишок знал. Это какой-то сложный. Я сильнее его, ребята. Мое кунг-фу сильнее его кунг-фу. Так, ну ладно, уже не так позорно. Может быть, даже 7 затащим. А там, глядишь, в 7 еще аренг сыграем. Шучу. Я вот сейчас думаю, что если бы играть Престом, ну, скорее всего, так и будет, то нам, с одной стороны, нужен Доктор Бум и роботы 4-3, а с другой стороны, нам нужны тёлки 3-5. Ну, эти, Алкинайки, которые ешут. Хрен знает, как-то играть все. Хрен знает, какие бустера открывать. Дело ясное, что дело темное. Поднять щиты. Поднять щиты с монетки. Ну ладно, что-то опасненько. Я думаю, отдадим болт. Потому что что-то он как-то очень странный. Поднять щиты с монетки. Что-то. Можно одновременно. Thank you.
Что же делать? Гном, кричи громче, мы услышим кого. Теперь я за место гнома, ща затащим, пацаны, не волнуйтесь, арену от 12 до 2 сыграем ази. Должны очистить солнечный колодец.
Победа за тобой. Так, ну что, товарищи, как у нас Ситуевина? Доложите мне срочно. Вы только посмотрите, кто пришел! Мы завершили все задания. Ладно, пойдем к арену доигрывать. Слушай, нормально, ребят? Ну поехали, хруст слышно. Да, свекрепаряна. Что ж ты косточки везде лезут? Классная рука. Последнюю игру выиграл. Как я мог и не выиграть, если у меня было два поражения? Первое же поражение выбрасывает меня из гонки. Так, отличная рука. Возможно, это как раз последняя наша партия. Рука, конечно, это рука, что надо, рука. Давай, давай, мне за сдачу покажи, я сразу сдамся. Да ты, блядь, охуел, ты как будто, блядь, знал, что у меня за рука. Да. Поиграем, блядь. Ну что это за пиздец, однако? На 8. На нах, 16 на второй ход. Я зоолог. 16 на второй ход. Какие вопросы? Какие вопросы 16 на второй ход? У меня, правда, тоже 22, но у меня фаерболов нет, пачки. Что, может, эти поставить или думаете, не надо? Да, очень похоже на 5-3. Очень похоже на 5. Ну давай чем поставь под этого. О, молодец, умничка. Сейчас мы еще затащим. Так держать, дружище. Давай, давай, давай. Не надо стесняться. Получи по щам. Че я тебе насуем пиписик немытых. Шо, еще один, что ли? Шо ли один еще? Шоли еще один. Ладно, пока еще подчистим. Была бы у меня фаерболов, хотя бы парочка в деке, я бы, может, лицо бы и походил. Но нет, у меня нет фаерболов, мне нужно контролировать стол. Контролировать стол. Блин, как хорошо, что он на 3-4 ход ничего не продолжил. Плюс 4, что ли? Да, прощайте, мистер Егин. Антон, места знать надо, где немытые пиписьки искать. Давай, давай, убивай сам себя, дружок. Убивай. У тебя уже 18. Сейчас мы фростболтов натырим, дадим Аргус и впитак тебе, проклятый зоолог. Давай, еще карту возьми, возьми еще карт. Возьми карт, кому говорят. 9, 12, маловато еще.
Ну, мы сейчас, может, заблизардим, если там стенок нет. Заблизардим, сходим в лицо, потом добьем. Меня породила бездна. Его породила бездна. Понятно вам все? Одного породила бездна, другого наполняет сила. Так и играем. Прикольненько. Прикольненько почистил стол. Не дурно, не дурно. И у меня уже 13 хп, что же немного. Да, Диланер, ты все верно понял. Коробочка Эври. Так, ну что, мы верим в везение или не очень? Кажется... Нет, мне кажется, мне нужно затягивать партию, потому что он обилку скоро не сможет юзать, а я смогу. Мне главное сейчас не помереть случайно. Давай, давай, побольше карт. Побольше карт бери, дружок. Победили! Ух, напугал-то. Пугал-то. Так, отлично. Шестая победа, сейчас самая важная, седьмая. Моя магия сокрушит тебя. Неплохая сдачка. Хорошо, что у меня есть болт. Надеюсь, у него нет этих овец и фаерболов. Так, у меня тоже нашлась такая. Блин, если там есть сейчас фаербол, то у меня большие проблемы. Нет, Мифазия, я не буду играть арену, потому что если так рассуждать, вот, блядь, то я могу просто играть арена. Я мог найти на эту голду не покупать бустера, играть арены, пока бы не наиграл миллион арен.
Ну понятно, что это не наш метод. Да фак! Сучонок. Там еще небось Mirror Entity. Кажется, ребята, 6-3. Мамку свою бафни, пес. Короче, нам повезет, он выстрелит в лицо. Нам повезет, выстрелит в лицо. Да ты, блядь, Дина, блядь, охуевшая. Как ты так, блядь, стреляешь только по существам? Хуяпуск. Давай баллисту тут сразу. Правда, мы все равно по хп уже не успеем, наверное. Ну конечно же, блять. Ну конечно же, блять. Ну куда же еще ей выстрелить? Как не в ебаного кода, чтобы существо 2-1 его убило. За нас жата. Ну все, у нас ничего нет. Шесть три арена. Дэм. Ну ладно. Сейчас скроем легендарку. Это было третье поражение. Используй свой призовой ключ. Ты знаешь свой ключ, где использую? Я тебе скажу, где тебе ключ использовать. Подробно тебе объясню. 25 голден. Посетить арену снова, если у тебя будет достаточно золота. Доктор Бум! Нет, редкая карта. Ура, редкая карта, нам повезло. Так, ну чё? Ну чё? Два старых пака покупаем. Так, отлично, еще одна редкая карта, нам везет. Эпическая паладинская карта. Ну, хозяйство вещь полезная, к сожалению, она паладинская. Так, давайте посмотрим наш план. О, у меня план сломался. А нет, не сломался. Так, бесплатную арену мы сыграли. 251, да, там вроде? Микрофон не сломался? 521.